Глава Чувашии Михаил Игнатьев встретился сегодня с сенаторами, представляющими нашу республику в Совете Федерации. В разговоре приняли участие и члены правительства Чувашии. Речь шла о подготовке к большому событию – презентации республики в Совете Федерации. В программе участия в работе комитетов – знакомство с инвестиционным потенциалом, промышленностью, социальной сферой, культурой Чувашии. До этого, напомним, похожие презентации проводились в Министерстве иностранных дел России, Торгово-промышленной палате и ряде посольств зарубежных стран. Дни Чувашии в Совете Федерации пройдут 29-30 октября.